Широкий выбор, доступные цены, качество, проверенное временем. В Магнитогорске вновь открывает свои двери выставка-ярмарка региона России. По традиции покупателям будут представлены товары на любой вкус, одежда, сумки, авторская бижутерия, товары для дома и сада, а также рыбные и мясные деликатесы, специи, чай. Регионы России начнут свою работу в торговом центре «Славянске» уже 18 мая. Разнообразие и уникальность, а также высокое качество товаров. Регионы России вновь открывают свои двери для покупателей. На выставке-ярмарке можно будет подобрать удобную верхнюю одежду, стильные и практичные ветровки и плащи, обновить летний гардероб, в наличии футболки и брюки российских производителей. Порадует покупателей изобилие головных уборов, которые способны полностью изменить образ, превратив базовый наряд в необычный и современный. Также представится возможность приобрести качественные аксессуары, стильные и актуальные сумки. Подчеркнут индивидуальность авторские украшения, оригинальные броши, бусы и кулоны из натуральных камней, которые мастер изготавливает вручную. Не оставят равнодушными хозяек многофункциональные кухонные гаджеты, качественная посуда, чудо-салфетки из Швеции, способные экологично справиться с любыми загрязнениями. Представят магнитогорцам и товары для сада. На ярмарке будет работать мобильная оптика. Магнитогорцы смогут бесплатно подобрать очки на специальном аппарате. Изготовят линзы тоже на месте с помощью высокотехнологичного оборудования. Понадобится на весь комплекс услуг от 15 минут. Найдут на регионах России товары по душе и покупатели с самым изысканным вкусом. Линейка мясных деликатесов из Белоруссии, более 30 разновидностей дальневосточной рыбы, натуральные специи, чай и невероятно вкусные сладости, которые никого не смогут оставить равнодушными. Любимые многими ягоды, фрукты и орехи в шоколаде, пастила и мармелад без сахара, щербет. Все это будет доступно для жителей и гостей Магнитогорска совсем скоро. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянске» с 18 по 22 мая. Покупателей ждут с 10 утра до 7 вечера.